Витя, свались, Витя, свались, куда ты крутишь, Витя? Витя, свались, Витя, свались. Я слышу. Слово капитана – закон. Сергей Бедаш, когда-то начинающий виндсерфингист, сегодня опытный яхтсмен. На судне «Кристина» прошел больше 10 тысяч миль. Команду держит в ежовых рукавицах. Я могу сказать, что это не очень сложная гонка. Это обычно происходит на акватории Таганрогского залива. В это время обычно достаточно такая стабильная, хорошая погода, поэтому несложные соревнования. Мастерство яхтсмена всегда проверяется, когда не очень сильный ветер. Когда сильный ветер, все тогда вместе идут, и уже зависит чисто от технических характеристик лодки. Фестиваль берет свое начало в 2009 году. С тех пор соревнования собирают большое количество спортсменов. Только в этом году в парусной регате заявлено более 200 участников. В прошлом году была береговая программа, были различные конкурсы, много было зрителей. Вот, мы работали на береговую программу. В этом году мы чисто занимаемся спортом. Дети, взрослые, только спорт на воде. На воду вышли и спортсмены помладше. Акватория Таганрогского залива позволяет участникам получить опыт управления судном при ветрах разного направления. Благодаря этому ребята могут подчерпнуть новые навыки. Много надо здесь, конечно, чего уметь. Очень тяжело целый день выдерживать, но приходится вот выносливым быть, физически крепким. Как говорят организаторы, в следующем году «Чайка» пройдет в Таганроге перед спартакиадой молодежи России. Это будет хорошей проверкой сил и одновременно качественной подготовкой спортсменов. Вартан Сюниджан, Андрей Коробко. Главные новости.